Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Жители улицы Попова жалуются на проблемы из-за строительства путепровода в Чистые пруды. Горожанам непросто добираться до собственных домов, поскольку Попова перекрыли. Для пешеходов оставлена узкая дорожка со стороны улицы Красина. Для автомобилей подъезд со стороны разбитой улицы Комсомольской. Говорится в обращении, направленном в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Кроме того, жильцы домов 40А и 42 2А по улице Попова опасаются возможных последствий появления поблизости оживленной трассы. Здания не попали под снос и, по словам горожан, будут живой защитой между детским садиком и развязкой. С той же проблемой может столкнуться и стадион школы номер 40. Детям придется заниматься спортом в нескольких метрах от оживленной автомагистрали, дышать пылью и выхлопными газами автомобилей. Жители просили установить шумозащитный экран, однако им предложили поставить за бюджет средства лишь пластиковые окна. Этот вариант устроил не всех, сообщает Ньюслер.ру. Активисты УНФ намерены держать ситуацию на контроле и добиваться от органов власти реакции на просьбы жителей, говорится в сообщении организации. Дайджест недвижимости. В Кирове с молотка уйдут здания колледжа и спортивного клуба. План реализации городского имущества на август этого года опубликовал Департамент муниципальной собственности мэрии. Аукцион по продаже здания Кировского финансово-экономического колледжа на улице Крупской, 4А, запланирован на 25 августа. Стартовая цена составляет свыше 12 миллионов рублей. Найти зданию нового собственника пытаются с 2015 года. Предыдущие торги не состоялись по причине отсутствия заявок и подачи единственной заявки на участие. Также 25 августа с молотка уйдут помещения спортивного клуба на улице Профсоюзной и здание Центра досуга молодежи. Имущество оценено в 4 и 11 миллионов рублей соответственно. Заявки на участие в аукционе можно подать до 18 августа, уточняет портал iKirov.ru. Дайджест недвижимости. Россияне задолжали за коммунальные услуги более 1 300 000 000 000 рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. По его словам, только половина этой суммы – долги жильцов, то есть физических лиц. Должники делятся на две категории – либо люди состоятельные, либо асоциальные элементы. При этом не платят по коммунальным счетам лишь около 6% граждан. По словам Меня, это немного. Однако за последний год таких людей стало на 2% больше. Вторую половину долгов накопили посредники, в том числе и управляющие компании. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.